господина Трампа избрал американский народ. И хотя бы поэтому к нему нужно проявлять уважение. Даже если мы не согласны с какой-то из его позиций. Это прискорбная негативная составляющая американской политической системы. Можно спорить, но нельзя проявлять неуважение. Даже не к нему лично, а к тем людям, которые за него проголосовали. Это ставка не только на молодых, но еще тех людей, которые как бы не связаны с этой... Это ставка на современных перспективных технократов.